традиционное лакомство на рождественском столе эстоноземельцев – это печенье пипаркок. Продается оно в разном виде, с глазурью, без глазури, в разных упаковках, разными объемами. Есть очень тоненькое печенье испеченное, есть такое потолще, то есть на любой вкус. Вот это печенье, например, с имбирем. Это тоже с имбирем в виде сердечек. Пипар – это перец, перечное печенье. Есть вот такие упаковочки. Это с миндальным орехом. Вот такой пипаркок со вкусом апельсина. Это, конечно, не совсем пипаркок. Вернее, это вообще не пипаркок. Это зимний пряник. Но тоже подойдет, я думаю, на праздничный стол. А вот литовская упаковочка печенья пипаркок. Здесь ассорти. Пипаркок в виде сердечек, шишечек и снежинок. Есть вот такое печенье пипаркок в виде полумесяцев, снежинок, звездочек. Это тоже литовское печенье, тоже пипаркок. Цены разные. Евро 70, 2,70. Большие коробки по 600 грамм. 3,70. Такие тоненькие. Евро 70. А вот это пипаркок в мягкой глазури. Похожие тоже на пряники. Есть уже украшенные глазурью. Такая коробка стоит 4 евро. Здесь 450 грамм. Есть такое печенье пипаркок. Здесь килограмм и стоит 5 евро. Ну, вот это печенье, оно такое потолще, но тоже вкусное очень. Вот печенье пипаркок в виде сердечек. Здесь 325 грамм. И это тоже пипаркок. Тоже в виде сердечек. Выбор довольно большой. Ну а здесь праздничные упаковки конфет. Смотрите, какие трюфели. Или вот такой подарочек. Давно не было у нас рубрики «Покупочки», поэтому сегодня покажу, что купила в магазине «Тысяча Маркет». Майонез «Провансаль», такую большую упаковку. Огурчик свежий, тунец, буду делать салат с тунцом
сыр Бресто. Так. Картофельный салат с колбаской. Открывается крышка. Я купила вот такое вот сало с чесночком, охлажденное, латышское. Очень вкусно, я не удержалась, отрезала. Уже покупала однажды в Кария Маркет. Вот такую вот творожную запеканку с чизкейк со вкусом лимона. Две упаковочки. Докторские сардельки. 450 грамм. Зефир ассорти. Так, со вкусом абрикоса, малины и со вкусом кактуса. Зелененький, надо думать, со вкусом кактуса. И стала у меня традиция уже покупать новогодние открытки или рождественские. Покупаю по несколько штук, там 2-3. Выбор был небольшой в этом Тысячемаркет. Купила только 2 штучки. Вот такая очень симпатичная. Гномики едут на саночках. Вот. За все заплатила 22 евро. А готовить, в общем-то, тут не из чего. Вот такие у нас теперь цены везде и повсюду.